День ветеранов МВД – праздник молодой, но очень важный. Он был учрежден по инициативе министра ведомства в 2010 году и впервые отмечался через год. Дата выбрана тоже со смыслом. Именно 17 апреля 1991 года был образован и начал действовать Совет ветеранов МВД России. Ветеранская организация Верхнеуральского отдела полиции достаточно многочисленна. В ее рядах насчитывается более сотни представителей различных служб и подразделений. Мероприятие началось торжественным построением личного состава, который вместе с начальником отдела, подполковником полиции Денисом Яковлевым, приветствовал гостей. Затем собравшиеся почтили память погибших сотрудников и возложили цветы к мемориальному знаку с обозначенными на нем именами коллег. Гостям предложили осмотреть новое помещение изолятора временного содержания. Экскурсию провел сам начальник ОМВД. Торжество продолжилось в актовом зале. Было заметно, что встреча приятна, ветераны с удовольствием общались, принимающая сторона постаралась создать атмосферу хорошего настроения. Многим ветеранам начальник отдела и его помощник по работе с личным составом Оксана Лебедева вручили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и профессиональное исполнение служебных обязанностей и сувенирные кружки с логотипом ОМВД и полиции России. Председатель Совета ветеранов Галимжан Урдабаев, приветствуя товарищей по службе, подчеркнул важность подобных встреч. Поблагодарил ветеранов, которые активно помогают в деле воспитания молодых сотрудников. Член общественного совета при ОМВД Александр Вернигоров поблагодарил ветеранов за активное участие в подготовке материалов для книги об истории Верхнеуральской милиции. Общение продолжилось за чашкой чая.